Ребят, привет. Илья, здравствуй. А теперь мы заходим в офис Елизаветы Попади, ребят. А пока ребята общаются, мы идем дальше. Илья, расскажи, что сейчас происходит? Сейчас мы будем снимать сам процесс. Всем же интересно, как происходит процесс, когда вы приезжаете в Москву, кто вас готовит, как заключается договор, кто с вами работает, какие процедуры, о чем рассказываете, что записывают. Все это будет в нашем видео, сейчас как раз мы этим занимаемся. То есть вот так происходит реальный процесс, и с этими ребятами я поеду в Мексику. Кстати, мы показываем этот процесс, но если клиент сам не хочет сниматься, если клиент не хочет показывать свою подготовку на видео, мы, естественно, его не снимаем. Но мы договорились. Мы договорились с ребятами, что я просто еду с ними в Мексику сам, я обычно этого не делаю. И потому что подписчики, да, хотя... Что я с ними еду, они разрешили, чтобы я их поснимал. Да, вообще, подписчики просят очень. Вообще, на самом деле, если человек не хочет, чтобы его снимали на камеру, то этого не будет. Ну, у нас, допустим, из 100 клиентов разрешает максимум один. Хотя бывают ребята, которые сами... Вот у нас сейчас, кстати, у экспертов ребята работают по Польше, и парень говорит: о, можно меня поснимать по Польше? Я хочу вот показать всем, как я получаю визу категории D в польском посольстве, как я еду в Польшу, как меня там встречают. И... Захотелось набрать себе в Инстаграм подписчиков просто, мне кажется, парню. Видимо, да. А что, неплохой задел. Неплохой задел. Бартер. Да, будет розыгрыш грин-карт. И кто не выиграет грин-карт, они все дружно поедут. Сезон начнется через месяц. Да, сейчас. Сезон начнется, и будут очереди, опять будет серьезная проверка на границе и прочие-прочие дорогие билеты и так далее и тому подобное. Называется высокий сезон. Да, сейчас, кстати, для ребят мы ждем визу. Как только они получат визу, не буду говорить какую, а то сейчас опять начнется ажиотаж, как с японскими визами, когда мы сделали рекламу. Никто до нас никогда не ехал из Бишкека, из Узбекистана по японской визе. Даже японское посольство не знало. Дело в том, ребят, что она была бесплатна. Потом она стала стоить $1000, потом 2, и многие до сих пор ее получают. А сейчас вообще ее практически отменили. Да, и кто-то ее даже получает за очень большие деньги. И думает, что по ней можно поехать. А вот вопрос, едут ли? Так, мы ждем визу, и сейчас мы едем снимать с ребятами вот наш реквизит. Идем. Используем компьютер и покажем, как это делается. Кстати, все записывается на нашу камеру. Таким вот образом происходит процесс. Все процессы, которые мы демонстрируем сегодня, прямо сейчас, происходят обычно удаленно через компьютер, через Viber, Skype или WhatsApp. То есть вы общаетесь удаленно, не обязательно ехать в Москву, как это сделали ребята. Вот сейчас Леонора опрашивает по 589 форму. Это то, что мы используем для суда. Здесь вопросы, на которые ребята сейчас ответят. Так, поехали.